Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое. Обсудим мероприятие ко Дню Победы, которое мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе. Здоровье людей. Какова ситуация у нас на сегодняшний день? Но прежде всего по мероприятиям ко Дню Победы. План такой администрация президента представила мне давно. Мы пока следуем в этом плане. Более того, мы более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который мы с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее ими запланировано. Ну, соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это. Но мы провели все мероприятия. Некоторые войсковые подразделения находятся сейчас на полигонах, продолжают учения, но в основном войска возвращены в казармы, места постоянной дислокации.